конце 2020 года я узнала, что вот эту самую школу в нашем селе, где училась вся моя ближайшая родня, и даже я поучилась, повезло мне, работала моя бабушка, ее хотят снести и на этом месте построить новый дом культуры. Вот, когда я узнала эту новость, не очень хорошую для нас всех, я обратилась к главе Ордонского района с просьбой не делать этого, не сносить ее, а дать ее, передать ее мне в долгосрочную аренду под мое творческое пространство. Вот. Нам пошли навстречу, вот, вроде бы как, с тех пор вот, на сегодняшний день уже школу поставили на кадастровый учет, и в дальнейшем ее будут передавать в сельское, Фрилонское сельское поселение, а тут уже я ее буду просить в аренду долгосрочную. Здесь будет очень много всего интересного, как для детей, так и для взрослых. Планируется сделать для них отдельную зону, где будет и разные ремесленники будут приезжать, давать мастер-классы, и художники, и музыканты, и флористы. Но очень большое количество людей, которые хотят давать детям что-то от себя, какие-то навыки.